Привет, друзья, это первый уровень, мы продолжаем Quake 2 Ground Zero. Приехали мы на транспорте в тактический какой-то командный центр. И сейчас посмотрим, что нас ждет тут. Все никак не заканчивается второй эпизод. Я уж думал, он уже скоро закончится, а он все продолжается и продолжается. Я даже не знаю, из каких эпизодов состоит... Ах ты, черт. Включил он все-таки сигнализацию. Ну, жалко тратить, конечно, на обычных солдат рельсы. Ну да ладно. Так, а куда гранатчик свалил? Вот вопрос. Убежал вниз, что ли, получается? Так, ну здесь все закрыто. И остается нам идти вот только сюда, получается. Так, проверим. Ага, так и знал. Ну, убежал, значит, да? Готов. Так, сейчас нужно быть аккуратным. Потому что он еще не мертв. Так, и пушка еще активизировалась. Ну, жестко встречает, конечно же. В стиле этого мода, если честно, вообще отдышаться, ну, нереально. Остается только понять, где эта пушка. Так, интересно, патрончики-то я смогу взять? Мне, в принципе, они понадобятся. Так. Ну и где эта пушка? Ага, понятно. Так, ну окей. Что у нас тут? Четыре цели. Не так много, кстати, существ. Строгов 78. Интересно, пушка считается как юнит? По идее, она должна считаться. Здесь почему-то труп. Хотя сюда я не заходил даже. Паучок. Насколько же они меткие стали. Так, ну ты не убит. Сейчас ты убит. Жизнь обязательно. Слушайте, очень локация похожа на... второй квейк, второй уровень. Ну, супер похоже, блин. Так. Гранатометчик не дает мне сказать слово. А где он, кстати, стоит-то? Ну, а где-то? Так, еще минус. Ага, понятно. Ладно, допустим. Так, понятно, там... Суперстрок, который воскрешает всех. Ладно, потратим мы драгоценные патроны. Но это того стоило, если честно. Ну, где ты там? Очень невыгодно у меня, если честно, позиция. Знаете что, лучше сохранюсь. Все заново начинать не очень хочется. Так, как бы эту пушку-то снять? Так, готов. Угу. Давайте сюда пойдем. Здесь у нас ничего нету. Там у нас здоровье. Так, ну а там пушка, да, скорее всего. Да, вот она. Все-таки опять попала у нас.
ну да ладно. Так, паучок готов. Да, там еще сверху пушка осталась. Поэтому, знаете, я лучше возьму у рельса. Так, ну давай. Чё ж ты не едешь-то? Так, готово. Ну и у меня 6 жизни. Это очень плохо. Тут любой момент может кранты настать. Так, ну понятно. Дружище идет. Еще раз попробуем. Что уж поделать. Так, ну хорошо. Так, ну где он там? Отлично. Ну, наша взяла. Угу. Так, ну мы сваливаемся, это не очень хорошо. Блин, как же он точен, а? Жесть. Ну ладно. На последнем издыхании все-таки наша взяла. Там есть жизнь, в принципе. Это наше спасение. Это очень похоже на секрет, если честно. Нет. Это как будто штука откроется, если честно. Ладно, возьмем. Жизнь. Ну и сохранимся, конечно же. Так, паучок. Да, хардкор. Так, ну так уже получше. Так, а это новая какая-то пушка. Это не Big Fucking Gun. Не БФГ. Я не знаю, что это за пушка, если честно. Ух ты. Это какой-то лазер. А сюда нам нужно прийти, да? Ну, опять же, да, вот касательно нового оружия. Посмотрите, насколько она не очень хорошо прорисована. Это такой небольшой камень в огород разработчикам. В принципе, само дополнение очень достойно, учитывая то, что тут... Учитывая, что люди... Так, давайте я закончу все-таки мысль. Ну, как-то такая слабенькая пушка, если честно. Если заканчивать мысль, да, ну, немножко, конечно, схалтурили они. Не смогли нарисовать хорошие текстуры оружия. Все-таки выглядит это так себе. Так, что-то у нас тут стреляет. Угу, понятно. Активизировалась турель. И активизировались мои соседи. Я не знаю, надеюсь, что вам не слышно этот галдеж. Последнюю неделю тут дают, конечно, они жару. Так, ну ладно.
Так, ну сваливаем. Так, окей. Очень сложно этот момент пройти будет. Ну ничего, попытаемся. Все-таки выстрелил паучок. Хоть не бери эту пушку. Ладно, мы все равно возьмем, конечно же. И сохранимся. Так, если мы пойдем вперед. Ну, здесь две пушки. Да, ну, видите, здесь очень будет сложно. Давайте попробуем взять пулеметик и вот так вот ворваться. Но здесь пока никого нету. Окей. Ну, повезло, можно и так сказать. Окей. Это, конечно же, решение из данной ситуации. Так, ну минус. Но это очень сложно. Ладно, мы справились вроде как. Худо-бедно. Но здесь еще одна же пушка. Я еще не попадаю. Готово. Не, ну это подстава очень жесткая. Каждый буквально метр тут враги. Ладно, допустим. Один здоровье. Но я сохранюсь. Так уж и быть. Давайте возьмем ракетницу. Не хочу я рельсы использовать. Да, наша взяла. Но нужно быть наготове. Да, летун пошел. Очень плохо я стреляю. Так, ну окей. Вроде бы мы справились. Здесь, к сожалению, он не дал нам патрончики. Блин, ну. Не так много тут монстров, но... Насколько же просчитано расположение юнитов, что вам будет очень сложно справиться в том или ином моменте.
Я даже не знаю, наверх нам идти или вот сюда заглянуть. Давайте сюда заглянем. Здесь пушка, да, я так и знал. Но это подстава очередная. Так, где там воскрешатель стоит? Так, но он убежал. Ну это жесть какая-то, я не знаю даже. Ну мы справились, но благодаря исключительно рельсам. Я не знаю, скоро эта пушка закончится и что мы будем делать. Будет очень тяжело. Так, отлично. Отлично. Справились. Ну вот и, кстати, начало уровня. О, здесь здоровье есть. Ну и отлично. Больше тут ничего, да, нету. Ну да ладно. Что у нас там по статистике? Ни одной цели мы пока не выполнили. Но убили уже, считай, половину. Половину, да. Опять пушка. Минус пушка. Там нас впереди кто-то поджидает обязательно, да? Как же без этого? Так, понятно. Ну, вроде бы мы справляемся. Так, там еще и робот. Там еще и робот с рельсами. Так, он идет сюда или как? Не, он там караулит нас. Плюс в том, что он очень неподвижный. Его вот так вот можно замочить. Но вот гранаточки наоборот. Это, конечно, проблема. Так, они спрыгнули. Так, ну где его там? Ну, смотрите, как. Блин, как же он хорош в плане этих гранат. Еле-еле вот, честно, сейчас увернулся. Ну и где второй? Это солдат, не страшно. Возьмем оружие. Броню обязательно. Здесь вроде никого нету. Ну, давайте подниматься. Что-то слишком тихо. Подозрительно это. Ну, где вы тут? Так, минус. Ну а где второй солдат? Вот здесь вот, да, спрятался. Понятно.
Так, ну что у нас остается? Как бы замочить эту турель. Так, отлично. Мы справились. Сюда мы, к сожалению, не пройдем. Ну, ничего страшного, в принципе. Больше половины монстров уничтожено. Сейчас, значит, пойдем вот сюда вот. Ну, здесь пушка где-то есть, да. Так, отлично то, что они выкидывают патроны. Это реально спасение. Так, а сейчас наше спасение было то, что мы увидели, во-первых, этого строга, а во-вторых, я вижу там пушку. Так, отлично. Ну вот опять центр логистики впереди. А это, кстати, выход даже. Выход на следующий уровень, оказывается. Но я даже не знаю, идти ли нам. Нас, наверное, не пустят туда. Да, нас не пустят. Это очень, конечно, опасный соперник. Реально. Так, ну отлично, мы справились. Взяли важную какую-то диск. Что бы такое взять-то, я не знаю. Уже все закончилось, реально. Все оружие. Так, гранаты. Гранатницы, что ли, взять? Я не знаю. Ну, что нам дает этот CD-диск? Ну, во-первых, сейчас мы будем возвращаться. Да, мы можем пройти, конечно. Ну, понятно, да, надо возвращаться в логистику. Я еще удивился, почему тут логистика написана, хотя мы сейчас в другом уровне находимся. Теперь все понятно. Так, ну, не знаю, ладно, возьму я автомат. Так уж и быть, погнали. Погнали и, конечно же, сохранимся. Так, ну окей, нам сейчас, если честно, немножечко повезло, то, что он тупил. Потому что с автоматом особо тут геройствовать не приходится. Так, ну мы вернулись, да, в логистический этот комплекс. Тут остались враги, около 30 штук, это очень плохо, если честно. Учитывая нашу ситуацию. Крайне плохую ситуацию с патронами, я хотел сказать, но при... просто это жесть. Даже не знаю, что тут делать. Будем готовы. Подобным приколом я, в принципе, вижу. Так, ну отлично, это очень хорошо. Призывателя мы замочили.
23 патрона, ну, не хочется, если честно. Ладно, возьмем, знаете что? А где там новая пушка? Даже не знаю. Мы же брали какой-то лазер. Ну ладно. Возьмем вот эту гранатницу. Так, отлично. Справились с еще одним. Ну, это было ожидаемо. Это тоже. Так, очень странно, что на своей гранате я подорвался. Так, ну давай спускайся. Готов. Так, ну еще минус. Проверяю я все углы, ну потому что, ну мало ли. Так, понятно. Ну вот, я же сказал, там еще кто-то. Ладно. И сверху еще и пушка, да? Насколько я понимаю, да? Вот она. Вот, попробуем вот так вот. Так, готово. Опять он меня поймал. Ладно, возьмем здоровье обязательно. Здесь где-то еще были солдаты. Так, ну летун, окей. С летуном немножко попроще, в принципе. Так, опять пушка. Чтоб такое бы взять. Где она появилась? Так, отлично. Справились мы с еще одним строгом. Очень опасным. Угу. Пушка, понятно, где? Прямо вообще сверху. Так, ну там кто-то точно есть. По звуку. Так, ну вроде бы никого нет. Да, мы здесь были, узнаем пейзажи. Ну, нам сюда, либо можно подняться, посмотреть, что у нас тут. Но все крайне опасно, конечно. Давайте поднимемся.
Хотя бы патрончики возьму. Здоровье. Так, ну давай, выходи. Куда ты спрятался? Готов. Стоит ли нам сюда идти? Вот в чем вопрос. Даже не знаю. Давайте сходим. В принципе, 15 монстров осталось. Не так уж и много. Так, опять. Опять башня. Она же турель, она же пушка. Я ее вижу. Ну, минус, отлично. Так, а сюда? Понятно. Здесь нам тоже не рады. Ладно, мы вниз пойдем. Так уж и быть. Так. Пока что не выполнили мы цель. Так, ну давайте сюда пойдем, посмотрим. Здесь я тоже не был. Так, ну и опять пушка. Ну что ж ты будешь делать? На каждом шагу просто. По-моему, авторы немножко перебор, конечно, делают с этим типом врагов. Угу, понятно. Так, окей. Ровно 10 строгов осталось. Но цель мы так и не выполнили. Пойду и со здоровьем. Обязательно. Все очень круто, все очень запутано, конечно. Так, где тут здоровье лежало? Так. Сюда нам, кажется, все-таки не нужно. По крайней мере, я так вижу, что не нужно. Так, отлично. Здоровье у меня полностью восполнено. Так, понятно. Забыл я про эту пушку. Так, ну, остается только с пушкой справиться. Отлично. С пушкой мы справились. С солдатом тоже. Возьмем эту двустволочку, нашу любимую. Не, ну здесь подвох какой-то точно еще раз будет, я уверен. Так, ну здесь будет интересно. Смотрим. Почему это локет? Очень все странно.
не дают нам ничего сделать. Что-то мы, значит, пропустили. Что-то мы не взяли. Только вот непонятно что. Неужели здесь мы не взяли? Мы же здесь были. Окей, готов. Здесь мы же диск брали. Ага, мы просто его вернули, понятно. Одинаковые места, я немножко не понял суть. Теперь все понятно стало. Так, ну поднимемся наверх тогда. Чё ж нам терять? Я слышу призывателя. Это очень плохо. Так, ну отлично. Так, ну здесь нам не нажать, понятное дело. Так, нужно забрать диск. Конечно, исследовать локации нужно более детально здесь. Так, окей. Два летуна, это плохо. Так, ну мы справились. Мы справились. Теперь вопрос. Да, вот с этим чуваком надо... справиться. Теперь вопрос, идти ли туда нам? Ну, скорее всего, нам туда нужно. Так, здесь еще и пушка, да, сверху? Так, ну ладно, мы справились. Но сверху... Да, понятно, сверху пушка. Ну так, долго придется ее разматывать. Но зато патроны сохраним. Что нам там по строгам? Всех замочили, кстати говоря.
Все, можно спокойно. Идти. К той кнопке, которая не включалась. Можно, конечно, побродить, посмотреть, может, патроны остались, но вроде бы ничего не осталось. Так, это не подбирается. Так, отлично. И идем. Так, 85 здоровья. Здесь у нас жизняра. Так, ну и смотрим. Угу. Так, ну мы все сделали, правильно ведь? Ну, теперь, скорее всего, нам возвращаться нужно. Угу. Надо взять, я так понимаю, обратно дату диск. Хочу, кстати, Буроню. Вот. Это обязательно. Так, не, зачем нам вниз? Так, ну все, да? Все отлично. Tactical Command. Теперь нужно возвращаться. Весь вопрос... А, ну вот он, да? Окей, сейчас спустимся. Ну, запутано очень, очень запутано. Только под конец можно понять, что вообще происходит. Так, ну, а здесь мы в следующей серии уже посмотрим, что изменилось после того, как мы там натворили дел с локаторами предыдущей миссии. Подписывайтесь на канал, кому интересно прохождение Ground Zero, Quake 2. Скоро, я чувствую, уже финальная развязка. Ну, а также есть другие игры нас ждет. Впереди тоже очень много игрушек и старых, и новых. Так что увидимся чуть-чуть позже. Пока-пока.